Здравствуйте. С вами музыка Мензурата. Сегодня речь пойдет об одном монахе, который выходит на сцену истории всего лишь на 5 лет, но его влияние таково, что плодами его изобретений пользуются до сих пор. Этого удивительного монаха зовут Гвидо д'Ареццо. Почему я сказал, что мы о нем знаем в течение всего лишь 5 лет? Основной источник, вообще, который говорится о его жизни, из которых мы можем что-то судить, это буквально 2 его письма. Один его покровителю, епископу Теодальку, второй его другу Михаилу, это также послание о неизвестном пении, о неизвестном распеве. Вероятно, он родился около 991 года. Это зависит от того, как датировать один из его трактатов, в котором он называет себя 34-летним. И он до 1025 года, это мы знаем, что монах в Помпозе, затем переезжает в Ареццо, поэтому Гвидо д'Ареццо, Гвидо из Ареццо, именно там написаны его труды. Он, благодаря своим достижениям, своим открытиям, был даже представлен Папе Римскому и смог показать какие-то свои наработки в 1028 году. И вот после 1033 года следы его теряются. Мы можем видеть, что он примерно ровесник Адамара Шабанского, героя нашего предыдущего рассказа, и его достижения, открытия Гвидо, связаны, часть из них связана как раз с тем же, что и хотел добиться Адамар Шабанский. Итак, что же фактически открыл Гвидо д'Ареццо? Вы видели цитату, возможно, в самом начале трансляции, что в наше время среди всех людей наибольшими глупцами являются певцы. По какой причине? Потому что в каждом искусстве, в каждом мастерстве значительно больше вещей мы изучаем, а не просто повторяем за учителем, так как это делают певцы. По уставу святого Бенедикта нужно было делать несколько служб в течение дня, петь большое количество песнопений, плюс службы уже к XI веку, да и в X были очень большими, с большим количеством различных мелодий, и более того, они различались, соответственно, монастырь от монастыря, мы об этом еще и поговорим, когда будем говорить о григорианском пении и о других вариантах пения. Итак, певец фактически вынужден был постоянно обучаться для того, чтобы запомнить безумный объем мелодий. Для этого была использована невменная нотация, но пока она была адиастематической, то есть не расположенной по вертикали, то сложно было незнакомое произведение сразу взять и прочесть с листа. Поэтому и Гвидо говорит, что это ужас, что это глупо проводить всю жизнь, когда можно, наверное, найти способ, по которому можно неизвестное до того момента произведение просто прочесть с листа. Мы читаем текст, мы его до этого не знали, но благодаря тому, что есть символы, есть буквы, или какие-то другие символы, иероглифы, мы можем прочесть ранее написанное. И так же, как и Адамар Шабанский, который предлагал расставить ноты по вертикали, то есть те, что звучат выше, должны быть написаны выше, те, что звучат ниже, должны быть написаны ниже. Гвидо сделал то же самое, предложил то же самое. Собственно, эта идея бытовала уже в течение 2 веков. Но, скажем, до Адамара или до Гвидо она не была такой стабильной. Итак, первое, что предлагает Гвидо д'Ареццо, это
расположить диастематически, то есть по вертикали ноты. Второе, что он предлагает, это провести две линии. Желтую для до, для ноты до, и красную для ноты фа. Если слушают меня орфисты, это вам ничего не напоминает? Итак, как это примерно выглядело в нотации? Вот есть рукопись. Прямо надо мной. Вы можете увидеть рукопись 11 века, которая сделана по канонам Гвида. Красненькая линия сохранилась, желтенькая, к сожалению, уже просто высохла. Ее сейчас не видно, но там остаток этой линии вы можете видеть. Вслед за этим Гвида предложил, и те, кто были за Гвида, точнее, предлагали обозначать буквами эти строчки. Вот, собственно, вы видите как раз надо мной буквы F напротив фа и красной линии, и буква C напротив вот такой тусклой-тусклой желтой линии, линии до. Итак, из этих вот, если вы посмотрите дальше, из буквы фа родился знак фа. Соответственно, это басовый ключ, как мы его сейчас знаем, из до. Ну вот, чудесный альтовый ключ, который мы используем до сих пор. В дальнейшем нотация претерпевала некоторые изменения, но в рамках нотного стана просто были добавлены линейки, и уже в 12 веке мы можем видеть четырехлинейную, пятилинейную нотацию, и потом уже начинает ключ бродить. Но основу, вот эту чудесную большую основу, заложил именно Гвидо. Абсолютно простым, казалось бы, изобретением. Но многие изобретения казались простыми, пока они вот не были... Они кажутся нам простыми, когда они были применены, но они вовсе не были простыми для тех, кто их применял. Казалось бы, небольшое изменение провести всего две линии, и оказывается, что можно исполнить песнопение, которое ни разу до того момента не знал человек. То есть стало можно читать листа. Фактически все музыканты, да вообще все люди, которые знают нотную грамоту, обязаны вот этому очень простому первому изобретению Гвида Дореца. Мы можем читать с листа музыку, Бодрему. Это примерно то же самое, наверное, как изобрести письменность. Кирилл Мефодий, Гвида Дореца. Слева, да, вы можете посмотреть, это вот, наверное, справа от меня, слева от вас будет на экране. То, о чем я рассказывал в предыдущей серии, если можно так сказать, это нотация Адемара Шабанского, где невмы тоже расположены по вертикали, но просто не проведены две линии, нет нотного стана и не проведены две линии Гвидо. Нотации эти современные. Может показаться, что таким образом... Чудесное открытие Гвида Дореца изменило всю музыку. Да, оно изменило всю музыку, но это открытие неожиданно довольно долго искало ключ к сердцам музыкантов. Вот давайте вам покажу буквально следующие ноты. Слева в большом листе это Кармин Бурана, знаменитый кодекс. Надо мной это кодекс Сен-Галенский 14 века. И вы видите, что нотация там адиастематическая. То есть ноты не расположены по вертикали. Не используется нотный стан. Нет вот этих вот замечательных линеек и ключей Гвидо Дореца. Почему такое происходило? Ну... Однозначно, конечно, сказать сложно. Видимо, эта нотация в некоторых случаях была неудобна. Почему? Например, как вы видите, если мы посмотрим опять, или вы посмотрите на современные ноты, они занимают гораздо больше места на странице. Страница – это весьма и весьма дорогая вещь. Потому что требуется, соответственно, пергамент, какие-то там линейки нужно проводить на пергаменте, тратится гораздо больше места – и не так убористо можно записать текст. Во-вторых, текст иногда разрывается, что мешает восприятию текста. По крайней мере, так считали вот
те переписчики, которые и в 13-м, и в 14 веке продолжали использовать адиастематическую нотацию все реже и реже, потому что она была гораздо менее удобна для певчих. Собственно, сам Гвидо понимал определенные недостатки своей нотации. Он пытался изобрести, может быть, нотацию какую-то максимально удобную, и, собственно, в послании, в одном из своих посланий, он формулирует требования к нотации. Давайте сейчас перейдем к требованиям Гвидо. Итак, он пишет, когда описал свою нотацию, что этого достаточно для простого понимания невм для простецов. Что же касается ликвисценций, связанного или раздельного звучания, что должно замедляться, что должно тремолировать, что ускоряться, на какие части нужно делить песнопение. И будет ли последующий или предшествующий звук ниже или выше, или таким же по высоте, все то, что объяснимо в простом разговоре и содержится в форме невм, если, конечно, невмы должным образом составлены. Он говорит, что нотация, в принципе, должна отражать следующие вещи. Качество звука, то есть, например, ликвисценции, слитное звучание, тремолирование, артикуляция, нужно ли петь связно или раздельно. Дальше он говорит о замедлении и ускорении, даже комментаторы Гвидо пытались понять, что именно имеется в виду, это именно темп, агогика, возможно, это ритмическое деление, более мелкое деление. Также он говорит о фразировке, о форме произведения, плюс, естественно, о звуковысотности. По большому счету, вот это вот замечание Гвидо в прологе к «Антифонарию», не все нотации этим как бы критериям способны удовлетворить. Вообще у каждой нотации есть свои ограничения, и не для всех музык подходит, например, современная нотация. Если кому интересно поглубже на это посмотреть, я уделил этому немало внимания в статье в Музыкальной академии, 4-й номер за прошлый год. Кому менее интересно, тогда давайте перейдем к следующей части. Собственно, ко второму открытию Гвидо, потому что это не единственное, чем Гвидо Дореца улучшил жизнь певцов, чтобы они перестали становиться глупцами и становились мудрецами. И вот есть чудесный абсолютный фейк, который меня смешит, радует, и когда я первый раз увидел, смеялся, и не очень радует, когда я увидел его второй, третий, пятый, десятый раз. Вот откуда происходит название нот. Сложно понять, как люди выдумывали эти чудесные названия, что до, минус, рерум, миракулум и так далее. С названиями нот тоже один из вариантов придумал Гвидо. Как раз в послании о незнакомом распеве он предложил то, что мы сейчас называем сольмизацией. И предложил обозначить ступени первыми частями известного гимна. Гимна «Утквы антлаксис». «Утквы антлаксис», и вот видите, как здесь обозначены ступени за ступенью. Вот внизу вы можете видеть отрывок из как раз послания, одной из копий послания, а сверху вы можете посмотреть, что каждая из начальных фраз приходится на ту ноту, которую он обозначил. «Ут» на ноту «ут», которую мы сейчас называем «до», «ре», дальше ми, фа, ну, собственно, и так далее. Итак. Давайте посмотрим, собственно, как появились названия других нот. Надеюсь, вы заметили, что в самом эти «Утквы антлаксис» есть только «ут», «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля». Си сам Гвидо не предлагал. И Санкта Иоанна Си предложил, вероятно, Лодовико Дзекероне в конце 16-го, то есть на рубеже 16-17 веков. А «ут» на «до» заменили еще позже. Это сделал Джованни Батиста Дони.
в 640 году, и, собственно, злые языки утверждали, что Дони – это, собственно, от его фамилии. То есть человек увековечил себя в ноте «до». Но есть, помимо утра мифа соля, одна забавная история, связанная с утквой Антлаксис. Дело в том, что хотя этот гимн известен, но тот вариант мелодии, который предложил Гвидо, его в рукописях до Гвидо не встречается. И как бы исследователи начали искать, откуда могла взяться эта мелодия. Первый вариант — Гвидо это сам придумал. Вариант хороший. И нашли еще одну рукопись в Монпелье, в которой, давайте я вам покажу, как это фоксимиле выглядит, в которой та же самая мелодия, которую использовал Гвидо, и это музыка, распев оды Горация. Вот такой довольно интересный вариант, что это абсолютно светская музыка, которую, возможно, использовал Гвидо. То есть мы не знаем, по датировке рукописи, если правильно датирована рукопись, вот эта рукопись из Монпелье, она действительно выглядит как концом X века, то тогда Гвидо заимствовал мелодию утквы Антлаксис из распева вот оды Горация, который характерно был как раз, видимо, для X века. Второй вариант, что Гвидо, наверное, это придумал сам. Итак, если вас будут в следующий раз спрашивать, откуда взялись ноты, можете смело говорить, что это сделал Гвидо, или, как вариант, если вы хотите посмеяться, то говорите, что это ода Горация. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, задавайте. Да, Си сначала не было. Си придумал Лодовико Дзаккероне в конце 16 века, то есть очень долго не было названия для этой ноты, не было сольмизации. А до это чудесный человек по фамилии Дони, который, возможно, увековечил свою фамилию. Спасибо вам большое за внимание. В следующий раз мы поговорим о григорианском пении, о других вариантах литургического пения Западной Европы. Спасибо. До свидания.